Нет ничего странного в том, что наша троица героев была унесена вот так внезапно, ведь с большой силой приходит и большая ответственность. Артефакт души обладал темной силой воскрешения. Он сделал наших героев бессмертными и всегда готовыми к подвигам и приключениям. И неважно, хотят ли сами герои этих приключений. Я все еще не понимаю, как работает эта магия тройки. Смотри, когда мы вместе, артефакт как бы... Вообще слегка утомляет ставить всю жизнь на паузу ради какого-то волшебного подсвечника. А я как раз героически спасал себя. Мы, кажется, в предместьях Астральной Академии. Не самое удачное место для похода. Я тут все, что можно, уже подчистила.
тони или плыви. Почему дорога к Астральной Академии лежит через заросший пруд? Ландшафтный дизайн в учебный план вроде не входит. Thank you.
Раз уж мы трое тут и все такое, видимо, нам надо что-то сделать. Вылетела из мертвого монстра и затем растворилась в воздухе. Пахнет какой-то злой магией. Взгляните на чудище. Оно сделано из мусора. Гадость. Как вам такая идея? Если вернуть тройке ее силы, мы могли бы снова жить своими жизнями, как нормальные люди. Свобода! Звучит заманчиво. Свои странные умения герои обрели в первую очередь из-за того, что тронули артефакт. И вот они снова тянут к нему руки. Похоже, оно не работает. Представь, как ты отдаешь свою силу. Нет, а ты лучше представь, как я ткнул стрелой этого натыка. Нет! Все пошло хуже, чем я себе представляла. Оно плывет к Академии.
Ясно. Это слегка усложняет дело. И я думаю... Нам придется идти следом. Что это? Темная магия. Корни заколдованы. Поглядим, настолько же они хлипкие, как тот большой. Вообще-то удивился, что ты, Зоя, завопила, когда артефакт сломался. Чего-чего? Ты, наверное, хотел сказать, Амадей завопил. Я никогда не воплю. Так, если никто из вас не кричал, то кто это был? Ha!
Потратить на рыбалку столько дней и хоть бы одна поклевка. Какое невезение. Наконец-то будет на ужин тушеная рыба. Опять эти волшебные штучки. Уверен, они имели в виду что-то конкретное, когда это затевали. Засада!
Понтий, ты присоединился к нам, чтобы вернуть все, как было раньше. Одного не могу понять. С чего вдруг Понтий смелый добровольно решил расстаться с магической силой? Я склоняюсь к мнению, что тройка отчасти несправедлива в критериях распределения наших подвигов среди социально-экономических классов. Что? Ну, мы всегда спасаем королей и принцесс. А как же овца? Thank you.
Похоже, этот маленький осколок тройки дает нам часть нашей старой силы. Береги его, Амадей. Подозреваю, он понадобится, когда мы выследим эту тучу. Вперед!